проект «Судьба солдата» добрался и до Чувашии. Общероссийский народный фронт открыл свои приемные у нас в республике. Это помощь тем, кто потерял родных и близких в годы войны и хочет узнать, где воевал фронтовик, каких удостоен наград. Народный фронт, здравствуйте. Да, конечно, да, можем. К ним пишут и звонят, реже приходят лично. Общественная приемная собирает заявки от родственников, которые хотят узнать судьбу солдат, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В анкетах они указывают все известные факты. В приемной их дополняют информацией из электронных баз данных Минобороны. Всю собранную информацию предоставляют поисковым организациям, которые работают на раскопках по всей России и за рубежом. Есть базы данных электронные, и есть возможность узнать, где служил твой родственник, где погиб, какие награды у него были. То есть обычному человеку трудно во всем этом разобраться. А на самом деле есть очень большие массивы информации о наших согражданах, которые погибли во время Великой Отечественной войны. И вот мы принимаем такие заявки. Я знаю, что на сегодняшний день обратились 13 человек у нас в Чувашии, и мы выясняем судьбу. Общественные приемные в Чебоксарах открыты в Национальной библиотеке, в Доме Союзов, в Шумерле на базе Краеведческого музея. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.